В больнице Тель-Ха-Шомер, Шиба. На втором этаже ожогового отделения находится тайский мужчина, который 7 октября работал на границе с Газой. Его сожгли, и он 24 часа прятался в сарае. Затем он пробежал несколько километров, пока не добрался до больницы в Бейершеве. Более 30 километров. Он не говорит на иврите или на английском. И ему очень одиноко. Если найдется кто-нибудь, кто говорит по-тайски, навестите его, это наверняка сделает его счастливым. Израильтяне не только лечат его, они хотят сделать его счастливым. Мне интересно, вот эти ебаные хамасовцы, когда сжигали несчастного тайского гражданина, они несут вообще какую-то сердечную ответственность за то, что он 24 часа прятался, потом бежал, и он такой сидит и думает, а почему я? Каким боком я вообще перешел дорогу Аллаху Акбару, а? Мусульмане, отвечайте.